вообще неописуемая. Я в восторге. Посмотрите, какое море. Безумное, волнующееся море. Сюда стоит приехать даже зимой. А зимой оно восхитительное. Просто восхитительное, великолепное. Какого цвета море? Это просто мечта. Посмотрите, какое лазурное море. Здесь просто можно мечтать о всем, обо всем просто. Едут под оплатом, конечно, вообще вызывает бурю, восторг, эмоции. Я уже подошла к самому морю. Сзади меня такие шикарные волны, смотрите. Это я понимаю, красотища. Привет мужу! Всем привет, друзья! С вами Светлана Азаровская. Сегодня я нахожусь в Сосновке. Это такое замечательное местечко на Черном море под Геленджиком. Сзади меня как раз сейчас этот чудеснейший вид. Я хотела вас пригласить на небольшое торжество. Сегодня у Виктории из Хабаровска день рождения. Андрей наш подписчик из Николаевска на Амуре вместе с Викторией, вместе с нами сегодня готовит шашлык. И я предлагаю как раз-таки проследовать к самому вкусному месту в этом живописном раю под названием Сосновка в Геленджике. Пожалуй, пойдемте посмотрим, что там за шашлычок у нас вкусный готовится. Какой тут запах, это надо просто чувствовать. Юра, ты, короче, все-таки решил пожарить, да, шашлык? Нет, ну, просто вот он переворачивает, а я этот подливаю. Точно только подливаешь, не жаришь, надеюсь? Нет, я переживаю по этому поводу, я могу закричать, вот, и тоже же подгорать. Ням-ням-ням. Шашлыки проверили, скоро будем кушать. Посмотрите, какие у нас шикарные алые, белые паруса. Все, остаюсь здесь жить. Что жарил? Я руки мыл так. Кто жарил чистые. Все-таки? Ответь мне на вопрос. Просто похоже, что жарил ты. Ладно. Прям в твоем стиле, как ты тещу угощал недавно зимой. Че, ты, наверное, да? Да, он прям даже там еще загорели. Серьезно, прям Татьяна Владимировна узнала. А если они попробуйте? Вкусные? Да, мы дождались, у нас тут помидорчики, вот еще лоток привезла. Я подошла и третья, да, сразу все, да, готово? Вам на пробу будете вторые ножки. С удовольствием. Ну, реально попробуйте, это прям вкуснятно. Ой, горячая будет, наверное. Вот это вообще прям восхитительно. Белиссимо. Бон аппетит. Горячая. Так именно вот это вот. Не, ну вот эти вот, кстати, уже похоже, что Андрей жарил, а не Юра. Это уже не теща. Последнюю мы, наверное, оставим. Та-дам! Полянка накрыта, смотрите. А, вот она, Юра. Давай дегустируй, пробуй, как тебе понравится или нет. Ну, уже понравилось. Я уже попробовал. Товарищи. Так, ну, те пусть горят. Давай еще раз. Днем рождения! С днем рождения! Днем! Поднимаем наши безалкогольные бокалы. Благополучия, здоровья, любви, счастья и, конечно же, вот прям вот замечательной семьи, вот как у нас с Юрой. Чтобы все было замечательно и хорошо. Спасибо. И надеюсь, когда-нибудь вы переедете к нам в Анапу и будем дружить семьями. В общем. Юра, давай горько-горько это. Или это уместно, неуместно? Да, горько, давай. Я умею подколоть. Раз, два, три. Ты такие позитивные, реально. От души. Юра, это под шумок тещин шашлык принес. Это пакетик положишь для тещи.